Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Елена Рядова имеет неоднозначную репутацию среди широкой аудитории. Поклонники считают ее выдающейся актрисой, которая украшает своим появлением любой фильм. А недоброжелатели обвиняют женщину в том, что она уводит мужей из семьи и обладает сложным характером. Дебютной работой Рядовой стал фильм «Двое на качелях». Там она сыграла второстепенного персонажа. В то время девушка была еще студенткой. Первую полноценную роль актриса получила в киноленте «Космос как предчувствие». Но ее игру зрители не оценили. Далее Елена начала сниматься более интенсивно. Она с радостью соглашалась на любые предложения режиссеров. Список ее киноработ начал увеличиваться. Самыми успешными среди них стали фильмы «Рубеж», «Довлатов» и «Аванпост». Личная жизнь Елены с самого начала складывалась непросто. Первым ее возлюбленным был Илья Исаев. Девушка полностью ему доверяла, но он ей изменил. После этого молодая актриса впала в депрессию. Потребовалось несколько месяцев, прежде чем Рядова смогла прийти в себя. Следующим спутником жизни стал актер Александр Яценко. Пара прожила вместе 5 лет, но они так и не оформили свои отношения официально. Потом Елена ушла от него. Причиной расставания снова стала измена гражданского мужа. Карьера актрисы в тот момент складывалась куда более успешно. Она снялась в трагикомическом фильме «Географ глобус пропил». И зрители, и кинокритики были в восторге от игры Елены. После выхода картины в прокат Рядова получила целый набор наград. После такого триумфа режиссер Андрей Звягинцев пригласил актрису на съемки фильма «Левиафан». Во время работы над этим проектом Елена познакомилась со своим коллегой Владимиром Вдовиченковым. Вскоре между ними возникли чувства. Даже на съемочной площадке актеры не скрывали своей симпатии друг к другу, а на премьерный показ «Левиафана» они пришли вместе, как влюбленная пара. В тот момент Вдовиченков был женат. Вместе со своей супругой Ольгой Филипповой он прожил более 10 лет, но из-за новой любви мужчина подал на развод. В 2015 году Елена и Андрей объявили о свадьбе. Их семейная жизнь складывается хорошо, они не скандалят и полностью доверяют друг другу. Даже родные и друзья заметили, что Вдовиченков после женитьбы обрел душевное спокойствие и стал более мягким. Рядова тем временем взяла на себя роль менеджера мужа и старается решать все бытовые проблемы. Кроме того, она продолжает сниматься в кино. Среди последних ее работ особенно выделяется фильм «Батя», который должен выйти на экраны в 2021 году. Пожелаем актрисе счастья в личной жизни и работе. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!